Сейд Раис, господин президент, имеются обвинения в адрес Белоруссии, то, что она способствует нелегальной миграции в Европу. Могли бы ли вы это прокомментировать? Если они хотят скрыть истину, литовцы, поляки, немцы или французы, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя. Мы группировки людей преступного характера в Литве видим, мы видим. А почему они этого не видят? Как только они ликвидируют эти группировки, которые за деньги привозят в Литву мигрантов нелегальных, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем. Но не безвозмездно уже. И еще один аргумент. Они ввели против нас санкции. Они пошли на удушение моей страны. На удушение моего народа. Я президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации. Слушайте, по меньшей мере это странно. Если исходить из чисто прагматических позиций, так это стоит огромных денег. Работа на границе и защита от наркоты, нелегальных поставок оружия, нелегальной миграции – это огромные деньги. Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю.